Откуда взялись живые существа на нашей планете? Зародилась ли жизнь здесь, или они прилетели из космоса? Если они прилетели из космоса, возможно ли это? Оказывается, мы можем сейчас проверить, существует ли такая возможность. Сотрудники Института микробиологии участвовали в создании так называемого искусственного метеорита, внутри которого они запрятали микробов, как если бы это был настоящий метеорит, который принес микробов на Землю, и запустили его в космос. О том, что произошло с этими микробами, вы узнаете в нашем курсе.